далеко собрался, Олух? Меня не Олухом звать. Ты что тут забыл, парень? Выпить охота. Это же салун, да? Ну да, это салун. Только тебе туда нельзя. Мистер Гилберт, не хочется вам мешать зарабатывать. Я знаю, как вы нервничаете, когда у вас кончаются деньжата. Но, мистер Гилберт, на вашем месте я бы узнал, как зовут этого олуха. Позвольте, я вас познакомлю. Это Боб Гилберт. Бизнесмен? Он самый. Бизнесмен Боб Гилберт. Кто это, Калиб? Этого парня зовут Мадрид. Джонни Мадрид. Какой еще Джонни Мадрид? Он не здешний. Нет, серьезно. Кто это, Калиб? А вот сейчас и узнаешь. Бизнесмен. Давай, я готов, Гилберт. Еще желающие? Давненько не виделись. Еще с Хуареса, года три назад. Заходи, выпьем. Ну, раз так, я угощаю, Калиб. Давай, Джонни. Может быть, мескаль? Как тогда, в Хуаресе. Много полегло в тот день. Это точно. О, мы славно провели время. Скажи. Да, верно. После тебя, Декато. Пепе! Тащи свой зад сюда, у меня гость. Dos mezcal. ¿Tienen comida? Más frijoles y tortillas. Ну, как бобы? Бывало и хуже. Тогда и мне тарелку бобов. $1. За супругу и всех моих подружек. Да не встретятся они никогда. Сеньор Мадрид, прошу за столик для самых моих дорогих гостей. С удовольствием, месье Декато. Прихвати бутылку. Ну что, Женя, что же привело тебя в Аруэ дель Оро? О, ты меня знаешь, Калиб. Деньги. И кто тебе здесь платит? Ты, надеюсь. Что же ты слыхал обо мне? Я слыхал про ранчо Лансье, про скот, который ты забрал. Столько денег, коров и земли, а закон никто не блюдет. И кроме Лансье, некому тебя выпроваживать. Старик, а где твоя смуглолицая дочурка со скрипкой? Она спит. Ну, так разбуди ее, пусть идет сюда со своим инструментом и развлекает моего гостя. Си, сеньор.
Только умоляю, не обижайте ее в этот раз. Я ее не обижу. Давай ее сюда и скажи ей. Текст? Давай ее сюда и скажи, что? Давай ее сюда, она пятидолларовый золотой от меня получит, если сыграет да, от души. Да, точно. Давай ее сюда, она пятидолларовый золотой от меня получит, если сыграет от души с огоньком. Так? Да. Да. Я ее не обижу. Давай ее сюда и скажи ей. Она пятидолларовый золотой от меня получит, если сыграет от души с огоньком. Давай! Ну, Джонни, что еще слыхал? Я слышал, ты крепко Лансье прижал. Но у Лансье есть деньжата. В конце концов, он наймет крутых парней и даст отпор. Текст. Может, он уже нанял. Может, она уже... Черт, я все запорол, сцену! Ничего, давай дальше, текст, Рик! Пожалуйста, давай сначала сцены, а, пожалуйста. Слушай, ну скажи, ты уже... Правда, сцену, ну, пожалуйста, я тебя прошу. Может, он уже нанял, может, он уже нанял. Ладно, все, забрался. Воу! Ты злой бандюга, Рик, соберись. Я готов, давайте. Пораньше возьмем, да? Ладно, он прав. Заново. Вот это все вложи в игру. Все вложи. Да, все пойдет в игру. Все вложу. Держи настрой. Держу. И начали. Я слышал, ты крепко Лансье прижал. Но у Лансье есть деньжата. В конце концов, он наймет крутых парней. И даст отпор. А может, он уже нанял? Может быть. А может, мне не нравится Лансье. Может, не нравятся его сапоги. А может, то, как он этими сапогами людей топчет. Черт! Это что еще было? Твою мать! Чтоб тебя! Что за хрень, а? Какого черта, Рик, ты дебил? Забыл долбанный текст. Это ж надо было так обосраться на глазах у всей группы. А нечего бухать-то всю ночь. Опять нажрался 8 коктейлей. С вишки опрокинул. Что за хрень-то? Несчастная ты пьянь. Текст свой уже не помнишь ни хрена. Репетировал, а теперь все думают, что ничего не учил. Сидел там, как бабуин, красножопый. Твою мать, 8 без скорее, а? Ведь мог же на 3-м или 4-м остановиться! Зачем? Алкаш ты конченый, сколько можно пить, а? Каждый же вечер пьешь, сука, каждый вечер! Вот из-за этого ты в полном дерьме. Из-за этого! Ну-ка, быстро завязывай с бухлом. Слышишь? Дай себе слово, что не будешь пить. Чуток, все. Проклятие! Покажешь этой шмакодявке, этому проклятому Джиму Стейси, кто им всем покажешь на площадке, кто такой Рик Далтон. Слышишь? Ты смотри у меня. Если ты опять облажаешься, я тебе вечером мозги вышибу нахрен.